Всем привет! А у нас в магазине новинки атласной и репсовой ленты. Давайте посмотрим, какие материалы у нас появились. Атласная лента с люрексом представлена в магазине в различных цветах. Я очень люблю использовать эту ленту в своих работах. Золотистый люрекс придает изделию нарядность и блеск. Однотонной репсовой ленты никогда не бывает много. Изделия из таких лент смотрятся значительно богаче. Плотность ленты не слишком мягкая и не слишком жесткая. Из такой ленты можно сделать зефирки, отдельные лепестки, простые и американские бантики. Ленты в горох всегда в моде. Школьные украшения из таких лент выглядят просто шикарно. Репсовые ленты с узором представлены в нескольких цветовых сочетаниях. Даже самые простые изделия, сделанные из этих лент, смотрятся очень оригинально. Органзовая лента с принтом замечательно подойдет как для создания бантиков и броши, так и для украшения цветочной композиции. А для украшения обратной стороны изделия лучше всего использовать ленту с надписью «Ручная работа». Сочные и яркие букетики тычинок – новинка нашего магазина. Без репсовой ленты с мультяшным принтом не обойдется ни одно создание американских бантиков. Изделия из таких атласных и репсовых лент будут очень яркими и сочными. Также в магазине представлены декоративные и кружевные ленты, которые являются украшением любого изделия. Ссылка на магазин есть в описании. Приятных покупок и всем пока!